Непогода бушует и в соседнем Крыму. Прогнозируется ухудшение ситуации. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 и 5 июля в западных, южных, восточных и центральных районах полуострова ожидаются сильные ливни – 30-50 мм. На реках ожидаются подъемы уровней воды местами до 3 метров. Силами Крымского управления МЧС продолжается мониторинг обстановки, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов. Мы прогнозируем увеличение количества подтоплений частных домовладений, возможны аварии в сферах ЖКХ и энергетики. Для граждан даем рекомендации не находиться во время дождя в цокольных и подвальных помещениях, ограничить выход в горно-лесную местность. Нахождение вдоль русел рек, на набережных и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни. При возникновении чрезвычайной ситуации жителей просят обращаться по телефону 101 или 112.